уже все четко. Подачи на нее. Чувство мяча, простите. Все-таки последнее слово. Казалось бы, сейчас совсем чуть-чуть усилил, но вовремя. Один раз забил. 30-15. 30. Гейм берет. Ну, сейчас слишком уж удобно кинула. Призовой фонд был 8 лет назад. Здорово. А вот это уже укорочено на 5 с плюсом. Чего-то другого. Как раз таки вот за счет своих укороченных. Ну, вот, пожалуйста, такие комбинации тоже. Браво. Что ж, вот это пожил бы. Увидела, просто увидела, что будет. Два шага Ларсен вперед сделала. И под ноль. Под ноль взяла гейм на подачу соперницы. Очень удобно было Ларс. Здорово. Подача уходящая. Стартовый сет.
Попало. Первая такая атака удачная. Красивый, красивый розыгрыш получился. Очень важный гейм. Да. Но если не самый красивый, то... Не ждала. Здорово. Явно так прессовала Хартик. Шведские теннисистки. Сеточки. Это там первая мощная подача. Ну, сейчас что-то непонятное сделала Ларсен. Я думаю, она... Очень красиво сыграла. Один отыгрывает в своем стиле. Выровняла ситуацию во втором сете. И вперед пошла. Грамотно сыграла Херцог.
Все-таки дождалась ошибки соперницы Херцог. Уже новый тренер. Ух ты, попала. Странно, почему не среагировал на это? Прекрасный прием. Да. И геймсет-матч Полоны Херцог 6-4, 7-5. Этот день, конечно, она запомнит надолго, потому что это ее первый титул в профессиональной карьере. И этот город Бостон она точно запомнит надолго. Но я напомню вам, что в прошлом году она выходила в финал турнира в Акапульку. И вот дебютная победа Полоны Херцог. Хороший матч она провела. Ну, концовка такая очень напряженная получилась. И могло бы дойти дело до третьего сета, но молодец она, что, несмотря на то, что со счета 5-3 стал счет 5-5, она все-таки собралась и выиграла еще два гейма.